Итак, всем привет! Вы на канале Фред Дэвис Флэй, меня зовут Денис. Возможно, канал скоро переименуется. Еще не знаю. Мы играем в игру под названием Stray. То бишь там бродячий, кажется, называется. Не играл я в нее уже. Ох. Короче, долго я в нее не играл. Ой, что еще приболел малеха. Так, мы, получается, добрались до Кудова, до дамы, да, ну, конечно, громко сказано дама, ну ладно, все же это особь металлическая, но женского пола вроде бы, шо там, а шо было? А. Клементина? Клементина? Нет, ее здесь точно нет. А что это? Покажи на какое-то... Чего? Закодировано сообщение? А, похоже, покажи. Ужас. А, так, чтобы вывезти... Если смотри, для... Кота. Так, а... Ответ кроется в моих чего? Вещах? Где эти? Перерыть вещи или что? Еще 24 символа. Подписка Клементина. Заляни. Ага, надо найти лампу. Якусь непонятную херню. Лук, который торчит где-то, и какие-то камни. Я понял. Так. О, лампа. Нашел что-нибудь? Ничего не видно. Ты уверен? А, какая-то другая лампа. А ну е. Здесь ничего нет. Понятно. А, какой-то лук должен быть где-то, да? Так, подожди. Лампа. Лампа. Луковица какая-то. Вот это вот. Нет? Это лампа? Да не. Ой, фу, тихо, тихо. А, поднимите вверх. А, мои датчики могут обнаружить безвредные химические вещества, только в газообразном состоянии. Так, они не много создадут, то используют, которое я помню. А, как и я, компаньоны. Не чую запаха. Понятно. Это мне интересно, зачем именно это. Так, под контролем тоже. Здесь написано я с. Прикольно. Зашибись. Вот это сообщение. Ага. Это получится первая буква. Я. Да? А это что? А, понятно. Пошкрябать. Не, неинтересно. Так, нам нужно найти. Где-то первое есть, нашел, да? Подожди, подожди, подожди. Это шо? Нашел что-нибудь? Ничего не вижу. Ёшкин, матрёшкин. А ну, все, гони сюда. Та бляха, муха. Во. Чего? Где ты делся? Основная вещь для квартиры. Это кто? Как сда... Шо по температуре херачит? Это то, за внешняя компания. Довольно забавно. Окей. Смотри, здесь что-то есть. Здесь написано, приходите в. Я, приходите в. Понятно. Так. Хорошо. Это шо? Просто манекен. Приходите вы. А, это на тебе было написано. Едите нафиг. А, вот еще лампа. Они сюда, да? Угу. Лишь, сука, еще лампа. А наверх можно залезть? Тихо. Где-то должен быть еще горшок.
А, вот она. Понятия не имею, что такое она совсем. Я заметил это сообщение. Здесь написано «Ночной клуб». Ага, типа я в ночном клубе или что? Нашел что-нибудь? Здесь ничего не понятно. Так, а теперь остался мне цветок какой-то непонятный. Нет, где-то должен быть. Где-то. Где-то я, твою мать, тут же я уже был. Должен быть цветок. А ну, сюда. Сюда. На коробку никак, да? Не понял. Это я видел, это было. Найти надо сообщение. На данный момент мы имеем. Приходите в ночной клуб. Это понятно. Камни, да? Второе камни. Или ш... Ага, манекен все. Ага. А цветок я находил? Камни остались. Камни, камни. Камни, 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 камни. Здесь я... Здесь ничего нет, здесь туалет. Здесь я нашел вот этого чувака. Это, конечно, удивительно нарисовано. Так, подожди, там, да? Вот это я нашел здесь. Ну, херня какая-то, если честно. Мне нужны камни. А может это и есть камни? Ой, теперь мне надо растение. 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 Растение, растение. Может тут растение? Нет, тут я был, уже ничего не дали. Слушай, Валь. Да это понятно. Где-то еще тут что-то. Это было. Это я взял. Здесь ничего. Здесь только одно, да? Вот это. Это я взял. А, это тоже клацает. Где-то вот здесь должно быть, значит. Ну вот же, не? Ёшкин, матрёшкин. Так, там я лампу нашел. Здесь нихера. Тайда то же самое. Это там наверху. Это да.
Потому что она где находится карантина. Мне кажется, здесь надо еще поискать. Блин. Так это не то. Нет. Вот камни, так а чё, ну не пойму. Ну вот же они. В чем проблема? Ты чё, лах какой-то? Ну разбейся, не? Не, ну там же камни были. А вот там что отсвечивается? А? Нахера сюда можно прыгать? Что-то я немножко не могу понять. Ёпты, да вот камни. В чем проблема? Чё она не хочет? Чё за херня? А ну подожди-ка. Сейчас я охерею. И я охерел. Твою мать. Ой, ну как обычно. Вот и камни. Драгоценные камни сильнейшие, не скажу. Сейчас ты и качество освещения. Может быть, он... Бинго! Сообщение здесь написано. Блейзер... Блейзером. Что за блейзер? Что за... Ура! Отлично работали. Отлично. Ну а теперь мы идем... Тихо, извиняюсь. Найдем ее. Времени мало, давай. Так. Теперь бы с вами куда идти. Тут-то ребята вон. Чмех. Ну давай, куда ты идешь? Никуда, что ли? Ну ладно. Вею. Ваханалия. А сигануть нельзя отсюда? Уэй! Вот это жоп. Твою мать. А! Это было жестко.
Как хорошо-то, а? Фарт на фарте. Меня чтоб тот свалил. Давай быстрее уже едите. Не понял, а то как-то это самое быстро-то. Ой. А чё тут завис? Не хочешь развиснуть? Не понял. Where? Все нормально. Все хорошо. Блин, это торба какая-то. Что происходит? Че, не знаю, все нормально, езжай сюда. Тут никого нет. Фух. Эти еще тут, ёпта. Нихера себе. Вау. А, сука. Жаль, нельзя просто само прыгать. Я бы ушел. И где? Еба! Да ладно! Ни хрена себе, вы чё? Обалдеть. Честное слово, обалдеть. Су, вот этот меня раз заметил. Или нет? А, не этот. Меня вот тот заметил. Чмых. Все нормально. Все хорошо. Чмых. 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 О, а где тут пропал один? Тут же стоял. А, он там был. Чмых. Ага. Ого. Если я сразу в коробку попаду. Фух, так. Зашибись, вас теперь там двое. Вы чё? Шутите? Охилеть. А куда мне выйти? Повезло. Так. В клубе, да? Это клуб, типа? Реклама. А, клуб, подождите, где-то здесь. Я в прошлый раз подбегал, там чувак такой грозный стоит, типа. Никого никуда не пущу. Кошка. Ой, кошка. А где он?
А вот он, вот он. Во-во-во-во. А батарея. Одна взятка. Я не беру взяток. Я ценю свою работу. Что это такое? Супер, батарею я тебе точно не дам. Блин. Клуб, хорошо, ладно, а как попасть в этот клуб? А? О, чувак. Слышь, чувак. А помоги мне попасть в клуб. Долбаный мусорщик. А как же попасть в клуб? Что то за чувак, слышишь? Чел. Привет, партнер. Я тебе ничего не давал, как бы. Почему бы тебе не подойти сюда, чтобы я мог хорошенько тебя разглядеть? Это, конечно, прекрасно. Но как это сделать? Вот в чем проблема. Ага. 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 Может, ты меня в клуб проведешь? Ля ты на веселье. Чудесно. Только посмотри на этот маленький милашку. Маленького. А, это ты для меня? Ты шутишь? Вот это сюда лез, чтоб ты мне такую херню сказал. У тебя не было тогда. Я сто пудов знаю, что тебя не было в прошлый раз. О! Мое. Какое хорошее место. Только не отдал ради того, чтобы вновь почувствовать мягкую подушку или вкусную прохладную напитку. Это дрон... Что? Потому что он музыка. А музыка играет. Это дрон неплохое, но я скучаю по... Дрон, правильно? Да, по собственному делу. Скучаю по чувствам, я даже скучаю по... Более... По моей голове. Да, прикольно, спасибо тебе. Я готов. Так, это просто вниз спуститься. А мне надо в клуб попасть. Ага, тут решетки, там решетки. А мне надо вон туда попасть. Подожди. Не разбилось? Как мне попасть туда? А, вон. Вон окно. Вон чувак в окне. Так, а как? А как? А никак. Хуяк и никак. Давай. Залазь. Не, не хотеть. Ладно, как же мне попасть туда, к чуваку? М? Ну ты меня спустит вниз. Я вниз не хочу. Ладно, а ну покажи, что ты будешь делать. Ну да, это просто спустит вниз. Не надо мне вниз. Потом опять залазить наверх, смысл? Сейчас я тут. Чувак, ты меня позвал? Значит, ты и покажешь путь. Здоров. Крыся попал. Хочешь под... Да. Ты запрыгнешься. Да, выпьешь что-нибудь, конечно. Наклыкаю сил. Алла, здорово. Тусня. Так, а где? Вон она. Нет, это не она. А, вон она. Идите его налево. Что с тобой произошло?
А, не, это Анна какая-то. Тебя колбасит. Подожди, а где она? А, во, вот она. Или нет? Привет, клиент. Доступ на VIP. Балкон закрыт. Там какой-то сейчас тусовка. Блейзер. Блейзер. Это он. Ты что, куришь? Мне уже на балкон. Чё ты? Зали. Воу, текстуры. Не ешьте меня. О, годится. А, тут стекло. Вот тебе и балкон годится. Взять? И что, шлепнул? А не, просто коньяк коктейль. На балкон. Подожди, ты сюда. Фу, это диджеи. И их не жопа. А что там? Что там? Где? Где шо? А рычага нету, да? Рычага нету. Диджей, где вот это не кошка? Друг Б. Мне нужно найти, значит, рычаг. Понятно, где может быть рычаг? Слышь, бармен, отдай рычаг. Я знаю рычаг у тебя. Чтоб удняк. Да шо? Да ну на. Вот те раз. О. Короче, да. Да. Да, до земли. Корпорация Неко. Опять это корпорация. Пойти сказать. Так ты у нас подсадная утка. Я задумал что-то интересное. А где рычаг? Рычаг, где? Где? Рычаг. О, тут что-то. Ага. О, лестница. О, дверь. Таки моему восторгу нет предела. Это шо? Не понял, я думал тут рычаг будет. Где он есть, а? Где ты? Я бегу за тобою. Ты нахера, ты выключись. Я знаю, что пропавший рычаг не дает нам добавиться до... Я думаю, что он... В клубе кто-то должен знать. Ладно. Поехали обратно. Чпунь. Уважаемый клиент, я получил несколько жалоб. Украй с руки. Я отключаю классно. Что? Не понял. А, то, что нет, не можем отключить. Так, меня немного отвлекли. Что такое? А что не ходит кошка? Так, стой, разобрался.
Мне надо найти этот долбанный рычаг. О, рычаг! Это такой подстой. Окей. Окей. Несешь мне выпивку? Есть такое дело. Вот он. О, спасибо, друг. Ай, шикандозно, красава. Респект тебе, уважуха. Чпок. Чё? Прых. Яйца. Прых. Я не понял. А ты что, не отходящий или что? А, вот так вот. Давай. Хуак-хуак. А вот и второй этаж. А, второй сбить нельзя, ладно. А, это не VIP. На-на. А это что? Начинается, день кончается. Чмэх. Чё за? Куда тебя хрен понёс, а? Я не понял. Ну что ты будешь делать с тобой? Где нахер ты мне не нужен? Подожди, может что-то есть интересное? Чего? У меня очень хорошее отношение. А, ничего тебе не дам. Не. Да. Тут ничего нема такого. Не, нету. Дальше. Опа-на. Маха-маха-маха-маха-маха-маха-маха-маха. Ох ты, несчастный парень. Бизнес – это деньги. А я ценю деньги намного больше, чем дружбу. Теперь они в вашем распоряжении. Черт побери. Козёль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай. На-на. Еще разок. Годится. И чмэ. Как все легко и просто. Так, куда тут? Дырку? Дырку не пойдем. Сюда пойдем. Сюда. И сюда. У-у-у.
а где мой этот самый друг? На спинный. Тюрьма. Шо есть логично? Не так ли? А не рано я повернул случайно. Ага. Все нормально. Жить будем. Что такое? Это что? Что с тобой, компания? Тетрис завис. Тетрис. Тетрис не работает, да? А тут как мне? Секундочку. Я... Ага. Сюда. 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 Есть что-нибудь? Нету. А, у меня все равно нету. Это вообще не прикольно. И шо? Та ну на. А как? А что мне сделать? Нету ничего. Ну в плане, а все, ёба, дупля дал называется. Так. Чувак, кто здесь? О, дырка. Херак, херак. О, парень, тебе плохо. Я бы сказал, даже очень. И шо, картошка. А, вон наверх. Why? И чё, куда? Я думал, он там уже. Угу. Нашёл тебя, родная. Ключи, понятно. Ключи — это дело такое. Так, мне бы сохраниться. Ага. Теперь давай ключам поищем ход. Что у нас здесь? Шмех. На улицу, да, придется завести. Ноль. Да. Так.
так просто. Едить налево его. Здорово, чувак. И что теперь, подожди-ка. Ключи открывающие двери все и везде. А что у нас там? Ничего. А что обычно эти... Фу, мелкий! Фу, сука, защита, идите налево. Высоко. Да я уже видел его, что ты. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Что-то творить. Так, мне нужно сохранение вообще-то. Топ-топ-топ, ёпта. А чё ты не бежишь? Тихонько. Размах такой, сейчас бы как дал бы, как мячик футбольный отлетел. Кто там? Ищейка. Я хз, что ты сказал. Это робот тебя понимает. Все нормально. Тихо. А тут где-то это чмо летает, да? Вон оно. А тут есть корзина. Зашибись. А, ну ездит. И тот черт тут. Ах ты, зараза, не до конца. Ага, я понял. Тихо, тихо, все нормально. Хопа. Все нормально. Вау! Сейчас бы хвост как подпилил бы. Херакс. 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 Все, ама, все хорошо. Все хорошо. О, сейчас искать начну, да? Что мне делать теперь? Опасненько, однако. Фух.
Мазефака. Все нормально, я живой. Фух. Такое чувство, будто я снова оказался в ловушке компьютерной системы лаборатории в полном одиночестве. Но ты вернулся за мной. Не мог поверить. Ты хороший друг. Я так рада, что мы снова все вместе. Но нам не... Фу ты, но нам по-прежнему угрожает опасность. Нам нужно найти выход отсюда. Можешь открыть вон ту дверь. Хопа. Хопа, хопа. Сама. А как он лучом стреляет? Ну и что это было? Вроде открыла, по итогу ничего не сделал, да? Сиранула. Да-да. Давай, долби. Никто не услышал вообще. Самое тихое. Чмех, 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 чмех. Сейчас я открою, погоди. Чё? Ну это я не открою. Стражи снова преградили путь. Они сразу же... меня заметят. Можно попробовать заменить их. Что? А, заманить их. Заманить. Так, опять отвлекают. А кто тут, что тут? А как их можно заманить? Не понял. Я ж пробежал. Слышь, мужик. Ну да, поговорим. Видишь, вон того парня на земле. Ага, его перезагрузили. Не хочу принять. Вот это он? Это реабилитационный центр мне очень помог. Мой разум прояснился. Прикольно. Зашибись. А что-то дать можно? Не надо батарею.
Подожди, я должен заменить это говно сюда. Вот сюда я должен заменить его, правильно? Вот сюда вот это шмех, оббежать. Да, понятно. И там его закрыть. Так а чё она, а ну, фотитю. Скотина побежала не туда, куда надо. Ха-ха. Черепушка. Сейчас как доблестные коты делают. Под ногами шарят. Нееу. Нееу. Опа, чувак. Нужна интересная информация. Ого. Бедня, стражи бесщадные ко всем, как же. И все. Это я беспокоился. Не полностью стерли его. Больше никаких эмоций, никакого самосознания, никаких воспоминаний. Давай посмотрим. Или положим. Или поспешим. Так. Здрасте, а тут он, чувак. А, чувак это свой. Оу. 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 Holy shit. А тут у нас что? А, оу. А как я двоих заманю? Ладно. Да, сука, попадись. Ёлки, аж передёрнуло. Реально передёрнуло. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. А что тут закрыто? Или ты откроешь? Мамка, ветчины двери. Здрасте. Ага, понятно. Я понял. Дырка это мой профиль. Ну, я имею в виду стенная. Тихо. Да, да, да. Что ты орёшь, не ори. Я тебя слышу. Эксит, чувак, эксит, эксит. Дверь — это единственный способ выбраться из тюрьмы. Окей. Думаю, её можно открыть из центра управления вон там. А где он вон там, показал бы. Надо придумать, как в него попасть. Не мешало бы осмотреться. Окей. 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 Так, подожди. Ключи тут, я. Нам повезло! Кто-то оставил ключ от двери. Прыгай в кузов грузовика, оттуда ты сможешь прыгнуть через забор, чтобы попасть в охранную зону. Окей. Да. Именно так. Я нихера не понял, конечно. Их чуть не убил. Что-то мне это не нравится, эта дырка. Шмех. Да, детка. Вау.
Ты чё? Стой, погоди, ты куда? Ты офонарел? Вообще охерел. Ну ты говно. Валить хотя вот это нам будет мучиться дрифтер. Не, ты что творишь? Нам не рожу такая стража у нас, хоть и это понятно. Я могу отвлечь их, но ненадолго. Мы должны попасть в центр и его написать. Теперь ты один из нас. Это понятно. Цель не в том, чтобы добиться должного. А один из нас должен это сделать. Но как? Извини тебя, свой. Я думал, все типа должны туда дойти. Так и шо? Я ж тут был. А, ключ метро, точно. Вот ёлки-моталки. А, не сюда. Да тебя хер несет. Не понял. А, дверь надо открыть. Подожди. Не, вон. Что такое? Что за фу-фу-фу? Подожди. Батарею нашел. Ключ нашел. Мне нужно вставить батарею. Правильно? О, батарея. Вставили батарею. Неко. Welcome. Годится. И там кто-то начал ходить, походу. Или что? Батарея есть. Теперь мне нужно... Ёпты, шамбалать. Шандарахнулся. Питание пощёль. Хопа. Ключ. У меня ничего нету. Все ископаемые, мои дюдю. Все, вагончик тронулся. Следующая остановка. Пиздилиус. Или Пиздулиус. Не угадал. Центр управления. Ну ладно. Подожди, а что центр управления? Так это ж обычный поезд. А что нему залезть? Итак, друзья, на этом мы закончим, наверное, сегодня. Всем хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Скидыш.